господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM Enemy Within. Обнаружен инопланетный объект. Большой класс похитителей. Обнаружен объект. Круто, халява прилетела. Класс. 15 часов и у нас секретная операция горячится. Обнаружен объект. Эх. У нас, в принципе, народу хватает. Метеорит. Камал Абдуллах. Да. Да. Так. И что? А, это нам дали чувака. Дали нам чувака одного. Будешь... Вот так мы его по-быстрому. Павел. Прибыл нам помощник. Бондарчик, по-моему. По-моему, так. Если не так, то поправьте. Это у нас будет пехотинец. Вот, как-то вот так вот. Ну давайте соберем команду на эту злобную миссию. Вот такая команда у нас, ребята, идет на задание. Вот такая команда. Под предводительством Глазика идет Айболит. Разведчиком идет дядя Коля, пулеметчик Ганс у нас. У нас появляется новый персонаж. Вадим Бондарчик. Не знаю, правильно, неправильно, но тем не менее. Вроде как правильно. Дальше. Кукла Барби наша так и остается. Димка Немо идет у нас именно ракетчиком. И Бабах Хьюстон. Хьюстон, we have a problem. Так, подождите. Хьюстон. Ну что, все по-русски, а он тут будет такой весь модный, да? Так. Инженер идет с гранатой. Кто-то с гауссом, кто-то с лазером. Погнали. Садимся. Сильно играет место, где мы будем высаживаться. Наша цель... Как-то быстро загрузилось. Давай, приземляемся. Штаб, я рейнджер. Ага. Мы на позиции, ждем дальнейших приказаний. Вас понял, рейнджер. Штурм 1, разрешаю высадку. Подходите к объекту осторожно. И у нас снапшот-снайпер, который не может бегать и стрелять одновременно, да? Так, 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 так. Кто у нас здесь? Пехота идет сюда, занимает места. На передовой. Да, ракетчик. Так, ты, дружище. Ты, дружище. Давай, ты сюда. Направляюсь на точку. Ты сюда. Будет сделано. Ты сюда. И дядя Коля идет вот сюда. По-моему, шикарно. Ясно. Начинаю наблюдение. Сейчас мы кинем, посветим. Мы такой уже транспортник, по-моему, штурмовали уже, да? И мы будем сейчас вскрываться снайпером. Посмотрим, кто здесь есть. Давай. Подсвети нам. Сканер запущен. Уть. Эх, сканеры хорошая штука, прям мне нравится. О-хо-хо-хо-хо. Здрасте. Здрасте, здрасте. Так, что здесь у нас? Что мы видим? Три инвиза. Раз, два, три, четыре. 5 дохлю. Это нифига себе, что за паки-то пошли? 5, 6, 7, 8, 9 штук. Не, мне кажется, они тут просто пробегают мимо. И у них маршруты патрулирования просто пересеклись, мне кажется. Нифига себе! Нифига себе! Но это какая-то вообще жесть. Но зато можно сразу забрать какого-нибудь вот этого товарища, чтобы он не плевался. Или кристаллида лучше. Хотя нет, давайте мы ход пропустим. Будем играть по безопасности. Подходите, гады! Давай, кто-нибудь убегает куда-нибудь. Да, кристаллиды валят. Это хорошо. А вот этих сейчас мы будем открываться и валить. Так, чё, вы куда? Никуда? Ну, хорошо. Тогда извините.
Так, наверное, вот этого. Летунов мы более-менее собьем. Ты у нас кто? Дохляк просто. А сколько у тебя жизни, дружище? Жизни у тебя не показано. Ну, там в любом случае будет крит. 100% крита. Давайте, убиваем его нафиг. О, это кто стоит, смотрите. Там кто-то стоял. Видели? Вон, еще один дохляк, оказывается, был. С ними в паке, но... Так, мне нужны метки. 57, 57. Меточку. Ты прям прекрасно метки-то ставишь, дружище. Прям шикарнейше. Так, и вот сюда метку, да? Да, пожалуйста, на этого тоже меточку. На тебе. А у Ганса порезче метки получается расставлять. Вообще шикардос полный. Давай. Ну, ребята, ну, ребята. Ну, это прям... Ясно, буду на чеку. Любо-дорого посмотреть. Да не ори ты. Сюда. Опа, все, кристаллидов сорвали. Оп, молниеносные рефлексы, блин. Цель не поражена. Кристаллиды с молниеносными рефлексами, это же жесть какая-то. Оп, оп. Ну, промахнулась. Ну хоть Немо попал. Уже неплохо. Так, кто здесь? Всем выйти из сумрака. Этому нафиг ничего не надо. Он такой, я полетел. Я вообще не здесь и не с вами. Так, у нас сейчас эта штука пропадет, и мы не сможем его увидеть. Так. Есть план. Иду. Есть план. Выглядит он достаточно просто. Мы, конечно, подзорвем укрытие здесь все. Блин, ну такая вероятность промазать. Давайте как-нибудь вот так вот. Вот так, пожалуйста. Огонь. Ура! Ну, 21 дамага. Мне кажется, очень шикарно. За выстрел 21 дамаг. Мне кажется, это просто великолепно. Так, кто у нас хочет подкачаться? Так, у Барби все в порядке. Дядя Коля. Дядя Коля. Давай, пожалуйста, вот этого забери. Будь так. Спасибо. Больше не дернется. Спасибо. И вот, например, вот этого, да. Прощай. Так. Ну, снайпер у нас в упор, конечно. 73 хотя. А если вот так? 56. Огонь. Давай глазик. 9. Ну это не крит, конечно. Но тем не менее... Тем не менее принимается. Цель ликвидирована. Так. За одну меточку давай. 7. Шикарно. Так, и Вадим у нас, да? Ой, почему Вадим я его называю? Он же вроде не Вадим, он же вроде Павел. Снял его. Он же вроде Павел у нас. Так. Так, так, так. Тудун, 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 тудун. Так, и что же делать, что же делать? Перезарядка, наверное, или нет? Готовность номер один. Ясно. Давайте подождем, мало ли кто вдруг придет. Вдруг кто-нибудь придет. Никто не хочет приходить. Мы смена магазина. Снайпера перезаряжаем и целимся. Можно здесь начинать. Перезарядка. Так, здесь повесили перезарядка, здесь можно перезарядка. Начинать. Смена магазина. Да всем перезарядка. За дело.
Смена магазина! Все готово! Шикарно. И потихонечку начинаем двигаться дальше. У нас один дохляк и один... Слышали? Инвизер. А ты что встал? Сядь на место. Не время тут в полный рост горцевать. У нас там мутоны орут. Так. Прям что-то как-то... Поехали! Наступаем. Потихонечку. Да? Выхожу. Потихоньку, полегоньку. Так, этот у нас не добегает. Уже иду. Давайте, Барби, вперед немножко. Я обо всем позабочусь. Всех потихонечку двигаем. Двигаюсь на позицию. Шикарно. Давай, пошел. Ты тогда рывок. И ты, наверное, координаты принял. Тоже рывок. Так, снайпера поближе, а принято. То у нас мало ли какая фигня. Мало ли какая фигня, вдруг инвизник прилетит в инвизи, да, как ни странно, и нападет на нашего снайпера. Так, там кто там? Отступает. Кто там отступает? Дядя Коля, кто там отступает? Скажи мне. Скажи мне, как на духу. Кто там отступает? Выхожу. Давай. Опа. Здрасте. Вот ты. В меня стреляют. Вот ты скотина какая, а? Подкарауливал, настоял здесь. 57. Отомстишь? Молодец. Конец лунатику. За попытку убийства он приговаривается к расстрелу. Я в пути. Проходим. Так, ну одним инвизом меньше, это не может не радовать. Выхожу. И у нас скоро будет проблема, ребята. У нас впереди нет укрытий. У нас впереди нет укрытий. За дело. Это как-то печалька. Слушаюсь. Здесь полное укрытие. И... Я обо всем позабочусь. Ну давай, ты пойдешь у нас сразу тогда на проход. Бегу. Давай, пробегай. Гранату мы отстрелили вроде. Вас понял. Должен повеселее он бегать теперь у нас. Так. Я без внимания. О, здрасте, здрасте, здрасте. Давайте, пацаны, накидывайте ему. Ой, шикарно. Ой, хорошо. Какие вы у меня молодцы. Прям... Пригрели его немножко, да? Этого тоже пригрели. Прям великолепно. Ой. Значит, в другой раз. Давай, 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 еще. Кто-нибудь еще стреляет, нет? Все, все отстрелялись. Так, начинаем. У нас. А у нас в квартире газ. А у вас? Так. Ты видишь кого-нибудь? Нет, ты никого не... Но он нам может перебежать. Хотя там боеготовность. Давайте метку сначала. 87. Пулемет. Сколько? 86. Ну, пулемет пока оставим. На всякий случай, вдруг подавлять придется кого-нибудь. Давай, 87. Давай, дядя Коля, меточку нам. Ну, мог бы и попасть. Корректируй огонь. Так-то по-хорошему. 97, давай, попади уже. 97%. Ты прям... Давай, прецижен шот. 56% крита. Мне нужен этот крит, глазик. Критом. 4. Это реально, да? С точного выстрела 4 дамаги. Это... Потрясающий результат, я бы сказал. 98. Давай, Барби. Твой выход. Добавишь? Я тебе с удовольствием его отдам. 6. Ну, нет так нет. На нет и сюда нет.
Так, Дима у нас повышение получил. Айболит. Хьюстон тоже повышение получает. Кто еще? Пургену отдадим. Давайте. Великолепно. Великолепно. Так, теперь. Теперь у нас есть метка от Хьюстона. 38-38. Хотя мы можем... Да, прекрасно. Давайте дальнего. Разрушаем его укрытие. Его укрытие ломаем. Великолепно. И сможем его сейчас легко замочить. Мне кажется, это будет вообще очень просто. Да, 82. Мочи. Все, этот готов. Прекрасно. Так, и с тобой, друг любезный, что делать? 46. Подавлять или не подавлять? Вот в чем вопрос. Играем аккуратно. Слушаюсь. Поэтому подавляем. 49, мочи. Ой, как хорошо-то влипло ему, а? И подраненный, и под подавлением. Да. Там я, по-моему, дохлика слышал. Или мутона, который свалил. Так, что, давайте, наверное, Павлу отдадим. Ага, 39. Павел не особо хочет. А дядя Коля хочет. Который меня сегодня расстраивает прям. Иду. Проходим немножко вперед. Опа, кто тут? Мутон часовой. Где ты там? Вот он, зараза-то, а? Огреб до самого начала и свалил. А прекрасно, мы можем его стрельнуть и потом по этому стрельнуть. Да, давайте так и сделаем. Шикарно. И вот этого убиваем. Ну, почти убиваем. Цель не поражена. Ясно. Метку поставили, и то пойдет. Так, 57. Давай, Паш. Ну, так же... Вот дерьмо. Так же хорошо было. Поехали. Так же хорошо стрелял. Так, медик получает повышение. У нас уже практически все с повышениями. Да, Барби и Глазику. Ну, Глазику там почти штукарь опыта. Почти штука опыта. Это крутовато, конечно. Но вы издеваетесь надо мной, да? Вы издеваетесь надо мной, я чувствую. Выхожу. Давай, Дима, может быть ты? Ну, вдогонку чисто тогда. Молодец. Больше не дернется. Шикарно. Это шикарно. Так, и здесь мы... Мало того, что у нас было мало укрытий, так мы еще и сломали одно. Да, такие дела. Выхожу. Так, пулемет на этот фланг перебрасываем. Я снова в строю. Перезаряжаем, пока время есть. Я снова в строю. Снайпера поближе. Принято. Можно начинать. Перезаряжаем. Слушаюсь. И Хьюстона тоже поближе. Он будет у нас номер один. Единственное на боеготовности стоять. Меня эти звуки немножко напрягают. Что за шум? Эти звуки немножко напрягают, которые здесь у нас в игре идут. Вот эти вот всякие скрипучие. Так, что делаем? Можно ты пустой. Начинать. Перезарядка. Я готов. Перезарядка. Боеготовность. Есть, перезарядка. Я снова перезарядка. Ты целишься. Буду настороже. Ну подходите, гады. Такой ход для перезарядки. О, здорово, о-хо-хо, три берсерка. И кто там? Четвертый берсерк? Нет, там, похоже, простой мутон. Давай-давай-давай, сыпем. Цель не поражена. Ну, хотя бы чуть-чуть.
хотя бы чуть-чуть накидали, да? Внимание! Вижу противника! Вы издеваетесь, что ли, надо мной? Смотрите, там два пака прибежало. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько мы тут видим? Четыре берсерка, шесть мутонов, один дохляк. Это не круто. Это прям, я бы даже сказал, мягко говоря, вообще не круто. Так. Будет хороший дамаг. Прям по всем. Но... один раз всего лишь. Лови! Лови! Ну, как-то... как-то не очень. Ох, аж залаговало все, а. Так, дядя Коля может два раза стрелять. Да, давай, пожалуйста, кого-нибудь 70-67. Ну, вот мазать вот сейчас вообще нельзя. Вот просто ну никак. 70, да, максимум? 77. Ну давай, метки расставляй. 8 крита, хорошо. Только не паникуй. Помогите! Кто-нибудь! Так. У нас еще метки есть, да? 76, 69, 78, 72. Давай. 9. Хорошо входит. Так. Как мы делаем? Снайпер у нас что скажет? 85, 90, 100%. И... мне нужен на этот раз глазик твой крит. Прям молодец, спасибо. Спасибо. Шикарно. Сколько дал? 16? Это потрясающе. Так, теперь медик. Вас понял. Медик отступает немножко. 74. Огонь. 5. Что такое у нас тут происходит? Так, кто у нас еще? Немо, ты должен ему воткнуть на 5 единиц. Обязан. Молодец. Проблема решена. Спасибо. Так, и теперь огонь. Да ну, 90%, и ты мажешь. Барби. Это беспонтовая фигня вообще. Это просто беспонтовая фигня. И это очень плохо. Вот дядя Коля запаниковал, да, не выстрелил. И вот эта женщина промазала. 88. 24, 39. 73. Ну хотя бы одного-то надо забрать. Вы чё, издеваетесь, что ли, а? Мимо. Огонь. Конец лунатику. Одного будем терпеть сейчас. О-ба-ба. Меня зацепило. 10 дамага, сломанные укрытия. Будем надеяться, что они не увидят его. Ты не видишь его случайно, нет? Не видит. Хорошо. Противник открыл огонь. Этих вылечим тогда. А чё ты паникуешь-то? А, это у нас... это у нас не... Барби-то не паникует, ей пофигу. Она у нас промазала. Так, надо ей к доктору куда-то отходить. Или доктора сюда тащить. Так.
Ты чё, отпаниковался, что ли? 77 32. Давай на этого метку ставь. Хотя надо было сначала по мутону стрелять. Мы бы тогда два раза выстрелили. Хотя кто ее знает, она опять паниковать. Вернее, она, говорю. Он опять паниковать начнет. Медик. Неплохо. Помогите! Кто-нибудь! Доктор, не подводи меня. Не подводи меня. Огонь. Прощай. Так, нормально. Теперь снайпер. 67-62. Сюда, если попадаем, он покойник. Сюда, если попадаем, он тоже покойник, да? Ну давайте, мочим. Спасибо. До встречи в аду. Спасибо. Так, секундочку, ребята, пауза. И мы продолжаем. Кто у меня здесь? А то прям друзья, товарищи в гости собираются ехать и... Иду на позицию. Никак не могу я проигнорировать. Так, 38%. Не круто. 38, но он может поставить метку. 39, будет 49% и два раза. Мне кажется, шикарно. Стреляем. Ставим метку. Есть. Зараза! И давай, Паша. Ох! Молодцом. Молодцом, перезарядка. Там у нас еще пациенты. Не ори. Отступают. Куда ты? Алло, не надо. Нет. Фу. Нас обстреливают. Ну, а здесь-то кто? Дохляк решил повоевать, что ли? У доктора там истерика. У доктора истерика. Так, мы что делаем? Мы... А мы можем вот так сделать. Мне кажется, да, неплохой план. Привет! Чё хотел? Есть контакт. С ним разобрались. И можем еще раз стрелять, да? Так, Хьюстон. Хьюстон. 68 и с меткой, давай. Допрыгался. Красавец. Три мутона еще мы видим. Видели, вернее. Надо как-то немножечко народ нам подтягивать сюда. Во-первых, народ подтягивать. Во-вторых, медик, когда проорется, надо его сюда тащить. Залечить нам надо вот этих двоих товарищей. Ну же, так, шевелись. Пулемет перетаскиваем, но теперь на левый фланг. Они, я думаю, будут отсюда сейчас выходить. Мониторю сектор. А мы их будем как-нибудь встречать. Сканирую. Так, медик. Ну давайте, у него все равно с меткостью проблемы, поэтому мы его убираем оттуда. Броню ему выбили, надо залечить. Так, снайпер. Целится. Ждем. Они сейчас должны прибежать. Нет? Нашим проще. Так, давай, лечим. Порядок. Лечим Диму. Шикарно. И вот эту барышню нам немножечко попортили, да? Я пошел. Попортили девку. То есть я пошла. Если Димке все в броню улетело, то это и как-то уже досталось мимо брони. Ну вот, готово. Так, есть. Боеготовность. Вот так. Перезарядка. Целится. Так, давайте-ка. Вас понял. Бабаха уберем. Я готов. Перезарядилась. Я снова в строю. Все готово. Время перезаряжаться. Ясно. Начинаю наблюдение. Приспособленец, это круто. Давайте. Что там за звук? Мы вас ждем. И вот они. Давай. Пора рисовать звездочки. Вот это называется приспособленец. На боеготовности может критовать приспособленец. Это очень круто, на мой взгляд. Так. Разберемся. Занимаем эту позицию.
не видим, да? Ну, как бы не очень и хотелось. И потихонечку нас... потихонечку начинаем давить. Сейчас вот этим проходим и смотрим. Вот этим, в смысле, далеко ли. Проходим и смотрим. А остальные потом все просто рашем пробегают. Потом остальные просто тупо пробегают. Поехали! Так, все. Барби поближе. Мониторю сектор. Ясно. Начинаю наблюдение. Ну подходите, гады. Вы сидите. Ясно. Ты у нас идешь время сюда. Убивать. Ты у нас сидишь. Скажу. Здесь. Снайпер целится. Подходите, гады. Там? Смотрю оба. Давай, еще один. Кто там? Бабах. Мимо. Вот дерьмо! Кто еще? Давай! Отлично! Отлично! Просто на боеготовность. У нас, на, по-моему, один остался, да. Мы подождем. Буду настороже. Да, мне нравится. Выходите. Буду настороже. Буду настороже. Я есть внимание. Буду настороже. Начинаю наблюдение. Начинаю наблюдение. Давайте, выходите, мы ждем. И нам останется потом, скорее всего, только изгоев хлопнуть. Ясно. Так, полное укрытие. Следующее по плану, я да? Есть внимание. Проходим. Двигаюсь на позицию. Ясно. Начинаю так, наблюдение. Так гуськом и будем переползать. Лечу. Смотрю внимательно. Готовность номер один. Доктор выбегаюсь. Сразу в проход идет. Чешет. И, пожалуй, нет. Выдвигаюсь. Пожалуй, вот так. Сканирую. Готовность номер один. Последнего ждем. Где он? Давай, выходи. Мы тебя ждем. Там кто-то есть. Даже немножко поближе ждем. Этот у нас может за половинку укрытия вставать. Слушаюсь. Так, что, никого? Готовность номер один. Ну и отлично. Мы тогда... Мчусь. Чешем сюда. Бегом. Этим чешем сюда. Здесь мы... Слушаюсь. Сюда. Да, командир. Доктор просто поближе. Поехали. Ты поближе. Спешу. Ты поближе. Опа. Ты где, мой сладкий? Вот он. А почему ты не можешь... Нет, может. Шикарно, да? А вы слышали, что не нажималась, не прожималась кнопочка стрелять? Великолепно. Все, мы все паки разэтосамовали. Мне кажется, это круто. Иду. Так, все, дружненько, подтягиваемся. Двигаюсь на позицию. Давайте, ребята, кто у нас еще остался? Все? Все, сейчас сюда заходим. Со всех сторон пытаемся давить. Спешу. Так, ты идешь сюда. Доктор идет наверх. Хотя его лучше, конечно, по центру тащить. Так, ты у нас где пойдешь? Есть. Давай сюда. Выполняю. Ребята идут здесь. Я снова в строю. Потихонечку. Держу сектор. Спешу как могу. Немо идет пока что здесь. Аккуратненько. И снайпер пойдет сюда. Сканирую. Подходите, гады. Пулемет тоже уходит на правый фланг. Координаты получила. Ты пока сюда. Вдвоем пойдете по правой стороне. Вот здесь. По центру я не хочу идти там, потому что на выходе укрытий там вообще не будет. Это очень плохо. Так. Заглядываем. Поняла вас. То бывает, что они и здесь сидят. Выхожу. В смысле, изгои. Пачка изгоев бывает лечу и здесь туда. Сидит. Так, здесь у нас двери открыты, да? Сделаю. Проходим. Поехали. Проходим.
здесь у нас двери закрыты. Да, командир. Шикарно. Здесь у нас двери закрыты. Это не может не радовать. Поэтому ну, бегом. Ты идешь сюда? Готовность номер один. Ты идешь сюда? Ты идешь. Поняла вас. Например, сюда. Буду на стороже. Доктор. Принято. Потихонечку ползет поверху. Держу сектор. Снайперу потом придется откуда-то стрелять, да? Откуда-то стрелять ему придется. А вот отсюда, если я его сюда поставлю, и он вот туда, например, как-нибудь вот так же сможет? Он туда пиу-пиу делать, как вы считаете? Сможет или не сможет? Мне кажется, он должен. Два счета. Так, идем сюда. И пока что только сюда, да? Но мы лучше сюда подбежим и оттуда вот так вот прыгнем. Ясно. Так, снайпер проходит сюда. А мы его, кстати, вот здесь поставим. Вот, отличный план. Мы его вот... Так, они впереди. Что они, это было? Они могут в рубке у себя сидеть, конечно же. Вот здесь у нас где-то рубка, да? Но чаще всего они сидят вот здесь. Вот и на этой площадке у нас всегда происходит большой замес. Выхожу. Проходим. Так. Иду. Проходим. Доктор потихонечку выхожу. Продолжает аккуратно и потихоньку двигаться. Эти готовятся врываться. Есть, выполняю. Например, сюда. Ты, заточись, например, нам. Вот сюда. Барби, например, вот сюда. Так, челонг, например. Есть, выполняю. Ой, челонг. Почему челонг? Ганс. И вот здесь есть большая вероятность сорвать эту пачку всю. Принято. Но кто не рискует, что называется. Так, и целимся. Иду на позицию. Ты сюда. Буду на стороже. Готовность номер один. В принципе, все, мы на следующий ход готовы врываться. Кажется, мы здесь не одни. На следующий ход мы готовы врываться. Иду. Ганс. Нет, Ганс не может взрываться. Ждем Ганса. Держу сектор. Ясно. Буду на чеку. Выполняю. Давайте вот этих вот так поставим, чтобы... Принято. Они... Сканирую. Буду на стороже. И муха не пролетит. Так, медик. Так точно. Идет тогда сюда, чтобы за угол не выглядывал, чтобы тоже никого не спалил. Внимание. А теперь... Ты перезаряжайся. То что... Ну, ты тоже, пожалуй, перезаряжайся. И целься. Отлично. И сейчас врываемся. Например, мы врываемся... Мы врываемся с этой стороны, да? Их всех пугаем. Они бегут сюда, а здесь выскакивает пехота и делает им атата. А что, хороший план? Двигаюсь к точке. Нет? Хм. Ну, я прям даже не знаю. Ну, сделаем. С Богом. Погнали. Замечена группа. Посмотрим. Противника. Здрасте. Кто куда? В рассыпную. И они под нас прям. Одни под нас. А мы здесь, к сожалению, никого стрелять не можем, да? Никого стрелять не можем. Двигаюсь. Но мы проходим позицию. Сюда. Отлично. 76-71. Давайте до хлика. 6. Пойдет, беру. Так, и теперь. Снайпер у нас. Ты открывай там. Снайпер здесь никого не видит. Ему бы куда-нибудь переместиться.
ему бы куда-нибудь переместиться. И здесь везде половинки. Половинки укрытий, что меня не очень радует. Поехали! 63-78. Ну, метка. Метка — это хорошо. Да, хорошая метка. Берем, принимается. Так, здесь у нас кто? Выхожу. Сюда идет 82. Заберешь? Готов. Спасибо. Так, теперь мы что делаем? Теперь мы что делаем? Мы можем метку поставить. Здесь их двое сидит, да? Мы можем, в принципе, вот сюда спрыгнуть. Это будет, конечно, вообще просто супер наглость. Но по-другому никак, да? Кто у нас может стрелять? Два пехотинца и все. И больше никто. Поэтому вниз мы спрыгивать не будем. Я пошла. Ты идешь сюда. 88, отлично. 6. Шикарно. Так, ты вот этого сможешь забить? Неплохо. И у нас остается всего лишь один целый, да? Всего лишь один целый. Двигаюсь к точке. Проходим сюда. 84. Давай. Еще чел. Отлично. И снайпер у нас теперь. Теперь у нас снайпер идет сюда. Вот это сейчас будет больно всем делать. Зацепило. Нормально, в броню ушло. А вот это уже плохо. Вот это уже плохо. Так, метку мне, пожалуйста. Повторяем процедуру. На этот раз не очень повторилось. Черт, он не сдох. Так, зафланговать мы здесь кого-нибудь можем? Выдвигаюсь. Да, пожалуйста. Вот этому пилюльку пропишите. 8. Шикарно. Шикарно. Так. Доктор. Спешу. Идет сюда. Эх, залечить не может. Но тем не менее, мы можем уйти сюда, стрельнуть в этого, а потом в этого. Я в пути. Да, дядю Колю уже надо прокачивать. Давай, сначала в этого. Шикарная метка, да? 10 крита. И забираем вот этого. Этот готов. Великолепно, с двумя хп. Чё бы нет-то? Выхожу. Дугометов у нас нет. На такую миссию я не стал брать. Этот и снова удача. Великолепно. Дядя Коля у нас только огреб достаточно сильно. Остальные так, по чуть-чуть. Но это неплохо, ребята. Мы опять кучу ништяков забрали. Дядя Коля на 15 дней отлетает, Барби на 5. Ну не так уж и много, 2 недельки отдохнет. У нас и так последняя миссия активно ходит, так активно качается. У нас Пурген получает старшину. Это, по-моему, великолепно. Бомбардировка позволяет бросать гранаты или стрелять из гранатомета на огромное расстояние. Спринтер, мобильность и вооруженный опасен. Основное оружие. Это можно перезаряжаться и стрелять. Это на самом деле классная вещь. Но доктор у нас, по-моему, активно участвует в боевых действиях, да? То есть он либо бегает. 15 мобильности — это не так уж и плохо, поэтому, ну, будет он у нас вперед вырываться, вперед всех. Не вижу смысла для доктора. Гранаты, ну, чаще всего он с аптечками ходит, поэтому не его. Гранаты у нас будут инженеры тащить, поэтому вооруженный опасен, он частенько у нас воюет. И чтобы не сидел без дела, не терял ход на перезарядку, так, хаос. Увеличивает урон на 2 при подавлении. Также увеличивает урон от всех РПГ, фугасных гранат и неконтактных мин на 2. Хм, это классная вещь. Увеличивает урон на 4 для всех видов снайперских винтовок, снайперских карабинов.
Ага, вот это снайпер вообще, вот это Майнхэм. Приспособленец, тоже неплохая вещь, тактическое чутье. Но ему, скорее всего, хотя у нас ракетчик же, да, увеличит урон на 2 при подавлении. Он не подавляет. Урон на 2 от всех РПГ. Ну давайте возьмем. Будет таким лютым у нас гранатометчиком. Надо было ему просто взять вот еще вот это. Ложись. Было бы вообще шикарно. Ну да ладно, он у нас мобильный ракетчик такой. Большой бабах тоже получает сержанта. Тут без вариантов, он у нас будет лечить. Подавление ему не надо, он будет бегать с дугометом и лечить всяких мэков в дальнейшем. Так. 108 сплавов, это шикарно. 8 наносплавов, 4 целых борткомпьютера. Да у нас все целое, потому что мы очень аккуратно проходили. Два источника, две операционных. Они мне вот, кстати, очень нужны. 4 борткомпьютера, тоже шикарная вещь. 42 фрагмента, 77 эллерия и 108 сплавов. Великолепно, мне кажется. Одну защиту всего лишь попортили. По-моему, это 5 баксов. По-моему, это очень шикарно. Секретная операция один день. Мы будем ее уже проходить в следующей серии. Я надеюсь, что вам понравилось, ребята. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Всем пока-пока.